Последние недели лета пролетают особенно быстро, но у вас есть еще ровно 10 дней, чтобы воплотить все то, что не успели. Может, я еще увижу фото в купальниках? Есть среди вас моржи? В эфире обзор соцсетей «С миру по твиту» и самые крутые фотографии прошлой недели прямо сейчас. Ну а пока вы успеваете делать селфи в купальниках, я говорю, да здравствует наша серебряная чемпионка Олимпиады в Рио Туяна Дашидаржиева. Прошлую неделю ленты новостей и соцсетей бурлили заголовками. Туяну встретили в аэропорту, в честь чемпионки проведут концерт. В общем, Туяна номер один. Не удивлюсь, что вскоре появятся новости в духе, в Чите улица названа в честь лучницы Дашидаржиевой. Памятник в виде серебряной медали установили в Чите. Чемпионка выложила в соцсети фотографию собранных грибов, ну и так далее. Кстати, а что ты сделал в свои 20 лет? Впрочем, даже в этой бочке с медом нашлось место ложки с дегтем в виде этакой читинской критики. В читинском аэропорту торжественно встретили Туяну Дашидаржиеву. Пока я стоял в очереди, нас задержали за встречи минут на 7, такого наслушался. Показуха, сколько денег на этот оркестр потрачено. Да ей еще квартиру сейчас дадут. И это не один человек сам с собой разговаривал, это мнение толпы. Толпы, которая совсем утонула в своей никчемности и, кажется, ничего уже не поможет. Логика где у людей? Их же не просили сброситься на оркестр для землячки? Или они думают, что там суммы такие огромные, что на них всех обездоленных накормили, расселили? Из аэропорта критиканы перебрались прямиком на центральную площадь Читы, где в честь чемпионки провели концерт. Виновница торжества сидела в огромно шикарно оформленном шатре с шикарным столом. Хотя нет, все было совсем не так, а гораздо проще. Не знала бы, что это фото с концерта, решила бы, что Туяну с родителями в шашлычке папарацци застукали. Но критиканы зацепились даже не за этот момент. Краю хреново, но зато деньги на концерт бесполезный выдадим. Еще автографы будет раздавать? Нахрена он кому-то нужен? Суров, ох, суров читинский народ. И то ему не так, и это ему не эдак. Зато селфи с Туяной внезапно стало модным трендом. Каждый забайкалец, простуженный долгими зимними вечерами, спешил погреться в лучах ее славы. А возможно, победоносной подзарядиться энергией? Еще одна актуальнейшая тема минувшей семидневки – это, конечно же, выборы. Выборы, выборы, кандидаты! Баннеры, обещания кандидатов, которым именно накануне выборов захотелось добавить нас всех в друзья и рассказать нам о наших же проблемах. Не знаю, как вам, а вот мне в предвыборной гонке явно не хватает нескольких важных и интересных персонажей. Например, грозы читинских магазинов Алка Зорика. Партия «Степь и трезвость». Вот кто поднимет наш край с колен. Это плюс. Или вот Леха Кочегар. Денег нет, но вы держитесь. Правда, надежда, овес. Партия «Воскресшая держава» на простом языке донесет до Москвы все проблемы забайкальцев. Ну и, конечно же, больше всего шансов на победу, на мой взгляд, было бы у Туяны Дашидаржиевой. Вера, надежда, грибы. А еще лучше лук, стрела, серебро. Партия «Могучая держава» – наш чемпион. А теперь моя любимая рубрика «Находки забайкальцев». Например, на прошлой неделе сразу несколько человек нашли в лесу вот такие интересные грибы. То ли с кровью, то ли с соком, то ли с вином. По словам комментаторов, это гиднелум пека. Он же клубника и сметана, он же зуб с красным соком и зуб дьявола. А еще меня порадовали вот эти читинские пираты. Женщина с мешком на голове, прям как в пиратской шляпе. И вот этот чудесный мужчина с котом на плече. Юрий Куклачев завидует и нервно курит в сторонке. И теперь галерея эмоций и событий от наших телезрителей, которые не забывают ставить наш тег «С миру по твиту». Только милых фото мы получили на этот раз. Тут и зайка, тут и нерпа, и даже погоня за белкой. А вот так у нас в Чите жарят гриб, отжигают в пабах, делают домашние бургер-пати, рыбачат, находят необычных покемонов и разбитые плиты по всему городу. Вы дразните нас летними десертами, делитесь прощальными летними фотографиями. Рассказывайте про своих замечательных друзей, а уж какие у вас милые детки.
Ну а за самые крутые выходные пиццу получает Анастасия Шабанова. Приходите за сертификатом от Читер Пицца. А вам всем удачи, ставьте под фото теги «С миру по твиту» и «Крутые выходные». И выигрывайте. Пока-пока!